Они не занимаются в специализированных спортивных секциях, однако всех этих ребят объединяет настоящая любовь к спорту. Уже 15 лет всероссийский проект «Мини-футбол в школу» дает возможность ученикам образовательных учреждений почувствовать атмосферу командной игры и проявить себя. Лучшие команды попадают в финал, который по доброй традиции из года в год проходит в Щелкове, в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Подмосковье – это лучший дворец спорта, который всегда принимал финальные соревнования нашего проекта. И это, можно сказать, мать, так сказать, нашего проекта, поскольку действительно здесь рождались все финальные турниры, рождались чемпионы, рождались победители. И до сих пор проект остается как бы верен этому Подмосковью. Да. И мы всегда здесь, мы ваши гости. В 15-м юбилейном сезоне всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» приняли участие тысячи образовательных учреждений со всей России. И вот первый финал. Лучшие 32 команды юношей и девушек приехали в Щелково. В течение нескольких дней в спорткомплексе Подмосковья шла борьба за титул чемпиона в нескольких возрастных категориях. В финальной игре сразились команды школьников 2008-2009 годов рождения из аула Хабес Карачаево-Черкесской республики и поселка Лисколово Ленинградской области. До конца первого тайма счет так и не был открыт, однако команде из Карачаева-Черкесии на 15-й минуте удалось отправить первый гол в ворота соперников. Что нужно сказать, вдохновило школьников из Хабеза. И во второй половине игры они не отступили, уверенно забили 3 мяча. Итог игры 4-0. Спортные тренировки. Сыграли в футбол. Что для вас? Жизнь. Футбол для нас жизнь. Живем в горах. Дети ходят, лазят, речка, плавают. Все это физическое состояние показывает детей, какие они крепкие, благодаря чему они такие крепкие, поэтому достигают таких результатов. Участников проекта становится больше с каждым годом. В целом к нему присоединилось свыше 1,5 миллионов школьников со всей страны. Ярко, зрелищно, масштабно. Именно так проходит этот праздник спорта. И вновь финал всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» проходит здесь, в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Сейчас наступает, пожалуй, самый торжественный и долгожданный момент награждения победителей и призеров. Кубки и медали лучшим игрокам, голкиперам и, конечно, командам сезона. Кроме того, все победители и призеры, а также команды, занявшие 4-е места, получили подарки от партнеров соревнований. Состоялась церемония награждения актива проекта, людей, внесших вклад в его развитие. Ассоциация мини-футбола России выразила благодарность и сотрудникам спорткомитета администрации городского округа Щелково, а также работникам и руководству универсального спортивного комплекса Подмосковья. Впереди еще 2 финала соревнований. Их проведение запланировано на конец сентября и начало октября. Решающие игры также состоятся в Щелкове. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.